Всем привет, ребята, меня зовут Вика, и сегодня настал тот день, когда я еду на юниорский гран-при в Челябинск и беру вас с собой, так что удачи нам! Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about today's night. I'll take it and still finish in one, yeah, yeah. В общем, ребята, я уже в Челябинске, я уже заселилась в номер, получила подарки, получила аккредитацию. В общем, все-все-все, что надо было, сделала. И сейчас я хочу вам показать номер и подарки. Мой номер начинается с моей двери. И при входе мы видим дверь, ванную, туалет. Тут сама ванная, зеркало, раковина и вот все вот так вот. Дальше мы видим шкаф. Самый обычный шкаф. Всякие тапочки, еще что-то лежит. Сейф даже есть. Ну и тут самое главное. Самая главная комната. Тут моя двухспальная кровать. Я, кстати, живу одна. Тумбочка, два кресла, стол. А, тут еще одно зеркало. Всем привет. Чемодан, подарки. Большой такой стол. Тут у нас холодильник. Телевизор. И тут вид, который не видно пока что, потому что темно. Видно вот это, то, что тут сверкает. И написано «С днем России», вроде, да. Вот. А, да, кстати, хочу вам показать, что нам сегодня подарили. Подарки, потому что нам еще тут дали, что здесь можно, в принципе, найти в нашем отеле. Итак, первое, это, конечно, аккредитация. И здесь фотография, я не знаю, кто помнит, а кто не помнит. Это вообще с лета, когда я делала бумеранг. Взяли мою фотографию и сделали из нее такую аккредитацию. Мне очень нравится. Это единственная аккредитация, которая мне серьезно нравится. Также тут в отеле есть почти на каждом шагу вот такие вот конфетки, на которых написано «Юниорский гран-при». Их тут очень много. Также у нас есть своя водичка, на которой также написано «Юниорский гран-при». Это очень круто. Нам дали расписание наших тренировочек. Но это не особо интересно. И самый классный пакет. Во-первых, сам пакет. На нем написано «Юниорский гран-при Челябинск 2019». Он такой зимний. И теперь... там столько всего. Итак, начнем с того, что вы уже увидели. Это пингвинчик на коньках. Так как в Челябинске... Я не знаю, как популярны или нет. В общем, очень часто в Челябинске присутствуют именно пингвинчики. Нам подарили вот такую вот плюшевую игрушку на коньках. Пингвинчик, на котором также есть эмблемка юниорского гран-при. И тут также написано «Челябинск 2019. Russian». Очень классная игрушка в таком вот национальном костюмчике. Следующий — это вот такая подушка в виде пингвина, опять же, которую можно с собой брать в самолет и спать на ней. И опять же, юниорский гран-при Челябинск 2019. Вообще, я только сегодня думала о том, чтобы купить себе такую подушку, и нам ее подарили. Ура! Я так рада, боже мой, она очень классная. Конфеты! Юниорский гран-при Челябинск.
Это настолько круто. Вообще, они так подготовились. Они даже сделали специальные конфеты, юниорский гран-при. Вы вообще понимаете? Это очень классно. И это тоже не все. Также тут есть просто обычная, которую нам дали, такую бумажку, на которой написано, когда уезжает автобус, и схема Ледового дворца. Также есть магнитик, вот такой вот маленький, с пингвинчиком, опять же, на котором написано юниорский гран-при. И напоследок тут еще есть такие вот красивые картинки с Челябинском. Это очень круто. Просто посмотрите на это. Это вообще, это нереальное что-то. Как бы да, вот это все нам подарили в первый день. Это очень классно, и мне уже здесь нравится. Это правда такое вот удивительное событие, когда нам дарят уже, когда мы только приехали, столько подарков. Обычно нам дают только вот такие вот какие-то бумажки, аккредитации, вот такие вот разные. А тут куча подарков, куча каких-то еще там разных сладостей и всего остального. Это очень классно. В общем, ребята, я уже вам все показала. Всякие разные подарочки, свой номер. Я сейчас буду готовиться ко сну, так что желаю всем спокойной ночи. Увидимся завтра. В общем, ребята, сейчас уже второй день, как я нахожусь в Челябинске. Мы решили выйти погулять. Ко мне приехал папа сегодня. И уже сходили в магазин РПД, так что там вот такие дела. Первое, что я могу точно сказать, что Челябинск практически не отличается от Москвы. Магазины все те же, всякие Calvin Klein есть в торговых центрах, Gios и все остальное. Так что да, вообще ничем не отличается. Но мы сейчас идем по пешеходной улице, и здесь достаточно красиво. И это первое отличие от Москвы. В общем, ребята, я только что пришла в номер, и сейчас хочу вам показать все покупки, которые я сегодня сделала. Вот все мои покупочки, и давайте начнем с магазина Ильдебате. Туда я шла вообще вот за таким фиксатором от Too Faced, и я взяла миниатюрную версию для того, чтобы не попробовать, потому что никогда до этого не пользовалась, поэтому будем тестировать. Также я взяла такие вот салфетки для снятия макияжа от Sephora, ну или Sephora, я не знаю, как кто как говорит, я говорю Sephora. Также взяла помаду, точнее нет, это блеск, а это помада. Вот такой вот блеск в оттенке 40 и помада в оттенке 9, если не ошибаюсь. Очень красивая. Камера, конечно, плохо передает ее оттенок, но он очень классный. И мне в подарок дали вот такую вот глиняную маску и еще вот такой вот маленький набор с масками. Дальше мы зашли в корейский магазин, и там я купила себе крем для рук в виде пандочки. Очень классно, очень много хороших отзывов о нем слышала. Потом в МТС я купила себе карточку iTunes на 500 рублей. Дальше мы зашли в продуктовый магазин, и там просто я нашла свое счастье. Это Эко-ботаника. Я взяла себе вот такой молочный шоколад без сахара, в который 80 калорий на 2 долечки. Это очень мало, и вообще я очень люблю эту фирму, но в Москве не везде ее можно найти. Я очень рада, что смогла найти ее здесь. Дальше взяла фруктовые кусочки от Фрутоняня. И, честно говоря, вот этой вещью я заменяю мармелад. Так что всем советую. Ну и взяла наконец-то первый раз. Попробую зефир без сахара. Вот такой вот с малиной. А, нет, это с каркаде и витаминами. И в нем всего 45 калорий на одну порцию. И, кстати, да, я уже попробовала. Могу сказать, что это очень вкусно. Дальше мы зашли в другой магазин корейской косметики, где я купила свою любимую умывалочку от Холика, которую могу всем посоветовать. Очень рада, что ее здесь смогла найти. В принципе, я поняла, что в Челябинске очень много корейских магазинов, которых в принципе нет в Москве. Например, вот этот я взяла в ТЦ, этот вообще по дороге как-то шла и увидела корейский магазин. И очень много всяких фирм, как Елизавека, Холика, вот этот вот Panda's Dream.
В общем, очень классно. Я хочу, чтобы в Москве тоже было очень много магазинов с корейской косметикой, потому что, правда, корейская косметика самая лучшая, как очищающая, тонизирующая. В принципе, именно корейская косметика обычно лучше всего помогает женской, и даже не только женской коже, потому что у них серьезно очень хорошие всякие компоненты в их косметике. Поэтому очень хочу, чтобы в Москве появилось очень много магазинов с корейской косметики. И также мне дали пробничек с алоэ, такой вот гель, и с сывороточкой. В общем, это все мои покупочки, и я довольна. Ну, а так как сейчас вечер, я уже буду монтировать для вас видео, и, в принципе, пойду уже скоро спать ложиться, потому что завтра старт, и нужно отдохнуть, нужно подготовиться. Вот, поэтому всем желаю спокойной ночи.